Сегодня на площади Народных гуляний откроется выставка «Дары осени». Садоводы 20 товариществ представят экспонаты, выращенные на своих шестисотках. Лучшие из них уже были выбраны в районах. Теперь «Дары осени» оценят жюри городской администрации. Сегодня в Магнитогорске пройдет акция «Здоровый город». Все желающие примут участие в пробеге с символичным названием «Против курения». А затем в сквере металлургов состоится катание на сноубордах. Снег организаторы мероприятия пообещали завести специально. В Магнитогорске сегодня в очередной раз назовут худший дом и худший подъезд. Акция, призванная стимулировать работу жилищных организаций, проходит в городе уже месяц. Жильцам, чьи подъезды попали в черный список, расстраиваться не стоит. Наоборот, в ближайшее время у них начнется ремонт. Сегодня в Екатеринбурге плюс 18-20. В Челябинске воздух прогреется до 23 градусов, а в Магнитогорске переменная облачность без осадков и до 22. В Першамкин-Уазе днем до 23 градусов тепла. В Кизельском районе столбик термометра покажет плюс 20-22, а в Верхнеуральске 19-21 со знаком плюс.